можно очень легко создавать ценность, реплицируя в новом месте то, что проверено работает. Второе, я понял, что я могу менять мир. Потом я начал изучать успех и понял следующую вещь. Я надеюсь, она для вас тоже будет ценной. Если ты хочешь какой-либо результат, ты должен найти людей, которые получают этот результат, и полностью копировать, как они думают. Если вы копируете человека, который получает тот результат, который вы хотите, его мышление, вы получите однозначно те же самые результаты. Абсолютно никакую роль не играет правда. Вообще никакую. Единственное, что играет роль, что тебя заставляет действовать, а что тебя заставляет быть пассивным. Я всегда, когда у меня любая мысль, когда я что-то думаю, я всегда думаю, заставляет ли меня это действовать или заставляет это меня бездействовать. Все. Если ты знаешь, так если такой офигенно умный, знаешь всю правду, что мы просто какой-то камень, который крутится в космосе и ничего не играет роль, да, это классно, но если это тебя заставляет ничего не делать, это плохо. Я жил в Малайзии, я жил в Украине, я жил в России, в Германии, в Казахстане, в Америке, я жил в стольких мест. Я понял, что везде, абсолютно везде, все, что действительно важно, одинаково. Вот для вас это все логотипы, а для меня это, я был основателем и сооснователем всех этих компаний. Соответственно, мое убеждение, что в России все то же самое, привело к тому, что я открыл больше, чем 20 компаний за 4 года. Вы себе не представляете, сколько боли я получил, вы себе не представляете, сколько раз я собирал идею, команду, ресурсы и энергию в одну кучу отправлял. Идея, команда, деньги, ресурсы и go. Идея, команда, и постоянно, 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 потому что я должен был обеспечить семью. Есть такой миф, что 96% предпринимателей становятся неуспешными. Да? Полный миф. Полный миф. Это 96% проектов становятся неуспешными. А если ты предприниматель, если ты постоянно создаешь, если ты постоянно собираешь идею, команду, ресурсы, отправляешь, работаешь, всегда действуешь правильно, всегда соблюдаешь свои ценности, если ты никогда не сдаешься, 100% success rate. Ты должен всегда продолжать. И ты никогда не должен сам себе говорить, что ты неудачник.